В сегодняшнем ролике мы хотим показать, насколько удобным является зеркало Primex 108 в использовании и как оно выглядит на автомобиле. Наше зеркало ничем не отличается от заводского зеркала и отлично вписывается в интерьер автомобиля. А при наличии множества дополнительных функций – видеорегистратор, навигатор и всего остального – вся передняя панель автомобиля и лобовое стекло не заняты лишними проводами, мониторами и прочим навесным оборудованием. Основным преимуществом зеркала Primex 108 среди подобных зеркал является наличие 8-дюймового монитора, в то время как конкуренты смогли разместить в подобном зеркале 5- и 6-дюймовый монитор. Ведь ни для кого не секрет – чем больше, тем лучше. Итак, поехали! Буквально с первых секунд пребывания в автомобиле вы начнете извлекать пользу из зеркала. Включив задний ход для выезда из парковки, видеоизображение камеры заднего вида отобразится на 8-дюймовом экране зеркала, обеспечив безопасное движение назад. Работа данной функции полностью автоматизирована. Достаточно включить заднюю передачу, и монитор включается моментально, а отключение заднего хода автоматически отключает монитор. После включения зажигания видеорегистратор автоматически включает запись из двух камер одновременно. Все эти действия выполняются зеркалом автоматически, не доставляя вам лишних хлопот. Переднюю камеру регистратора можно отрегулировать, изменив горизонтальный и вертикальный уровень наклона. Задняя камера регистратора регулируется таким же образом. Одной из самых востребованных функций среди владельцев автомобилей является навигатор. Но навигатор навигатору рознь. Одно дело проложить маршрут и двигаться по нему к точке назначения согласно карты, а другое дело воспользоваться онлайн-сервисами и проложить маршрут, учитывая пробки, ДТП, ремонты дорог и другие преграды, и добраться до пункта назначения по оптимальному маршруту и за короткое время. Встроенный в зеркало 3G модем даст вам такую возможность. Достаточно вставить в зеркало сим-карту, и все онлайн-службы станут для вас доступны. Голосовое управление зеркалом OK Google с легкостью выполнит все ваши требования. Например, проложит для вас маршрут к точке назначения. OK Google, включи навигатор Яндекс. Улица Европейская, 20. В среднем за 10-15 минут движения в автомобиле водитель совершает как минимум несколько телефонных звонков, тем самым нарушая правила дорожного движения и подвергая себя опасности. Установив зеркало Primex 108, вы сможете совершать звонки прямо из зеркала и вести разговор по громкой связи. Набрать телефонный номер можно с помощью голосовой команды. Окей, Google, позвони в офис. Зеркало Primex 108 на Android – это мультимедийный центр вашего автомобиля. С помощью голосового управления вы сможете найти и прослушать любимую композицию, отыскать и просмотреть понравившийся фильм. Окей, Google, включи «Океан Эльзы». Благодаря встроенному в зеркало FM-трансмиттеру появляется возможность воспроизвести любой аудиофайл или, к примеру, телефонный разговор на штатной или установленной на автомобиль аудиосистеме. Для этого достаточно выбрать любую радиочастоту на FM-трансмиттере и поймать ее на приемнике автомобиля. Мессенджеры, почта, разнообразные приложения. Благодаря зеркалу Primex 108 все это доступно и не требует установки дополнительного оборудования.